Здравствуйте, туристы-милитаристы! Сегодня у нас просто бомбезная будет распаковка. На самом деле предметов, ну, предметов немало, но может быть не так много, как иногда бывало. Но приехали просто наикрутейшие вещи. Пришла посылка с Ламнии, приехала две посылки с России. То есть я причем сейчас буду в разнобой так показывать. То есть, на мой взгляд, здесь, конечно, есть... На что посмотреть, есть куда разгуляться. Сейчас, подождите секунду, я вам попробую. Добавил освещение, не знаю, насколько это помогло, не помогло. Ну, в общем, давайте поехали. С чего начну? Начну с того, что Ламния прислала вот такой вот Nathan's Knife Kit. Вы его уже видели, и по факту очень крутейшая на самом деле игрушка. У кого парни возраста там... от 2 до 6 лет, категорически рекомендую. Стоит она на Ламнии там буквально сущие копейки, то есть это реально вот добить себе, добрать, если вам не хватает там, например, на доставку или какому-нибудь соседскому пацаненку там задарить или куда-то на день рождения идете, потому что у меня у младшего научного сотрудника есть несколько совершенно, ну, детских, но совершенно серьезных, настоящих ножей, которыми он там учится строгать, учится там какие-то именно там нарезку какую-то делать и так далее. Это все понятно. Но у любого мальчишки такого вот возраста у него должны быть и игрушки тоже. Я вам могу сказать, что именно как игрушка, во-первых, его очень увлекательно собирать вместе, реально. Во-вторых, как вы помните, здесь действительно бэклог такой на пружинке, то есть тут нож прям трушный такой, он действительно очень классный. Поэтому я реально рекомендую. Почему сейчас я вам его показываю, ведь я уже показывал, потому что, к сожалению, первый Nathan's Knife у нас ушел. Мы его просто потеряли. Расстройство было столько, что сердце отцовское не выдержало. Вот вам, пожалуйста, результат. Дальше. Поехали. Вот эта коробочка. Audacious Concept. Мы сейчас вот так откроем. По-современному. Как говорится, распаковка. И здесь у нас поднос Hex Tray. Обязательно вас, ну, я прям полноценный обзор сделаю. И что-нибудь мы обязательно, какой-нибудь интересный нож разберем. Какой бы вам нож хотелось бы разобрать на этом подносики. Вся фишка в чем? В том, что поднос, приятный какой запах, сделан он из деревяшки, причем сделан тоже по-особенному. Вообще, Audacious Concept — это вот из близких и из доступных более-менее по цене есть определенная такой вот категория компаний, которые, они не совсем ножевые, они немножко по другому принципу работают. Вы знаете, я вам просто сейчас не буду забивать голову, я вам на обзоре расскажу. Так вот, Audacious Concept — это именно одна из таких компаний. То есть я, например, знаю судьбу создания вот этого вот подносика, как реально делали и переделывали именно все это для того, чтобы все это было качественно и служило на века. Здесь очень все прикольно с этой стороны у нас подклеено. В общем, большой, есть прямоугольный, есть вот такой вот именно сотами, два вида и несколько расцветок подносов. В чем его прелесть? В том, что он крупный. Причем здесь есть моменты, здесь есть нюансы. Здесь на самом деле, с одной стороны, вот этот вот сотами, он приколен по-своему, большой приколен по-своему. То есть большой, я имею в виду, он такой вот просто вот размером именно А4, потому что там нет такого вот, знаете, как на подносиках, там еле-еле какой-то клиночек впихнешь там или еще что-то. Нет, там действительно ты можешь разобрать совершенно спокойно там 6-й T-Light, и все поместится, все разместится. Так, вот еще коробочка от Audacious Concept. Здесь у нас такой титановый, я так понимаю, жетончик. А, это даже патчик такой титановый с азбукой Морзе. Прикольно, надо будет. Даже я обязательно куда-нибудь налеплю. Такой действительно аксессуар. Прикольный. Так, дальше.
Дальше у нас здесь что? О, бусинка, зацените. Бусинки от Audacious Concept, кстати, сейчас пополняются вот в новинках на Ламнии. Очень классные бусины. Конечно, все там на благородных материалах, все дела, сам по себе. Я даже знаю очень прекрасную, красивую девушку, которая у меня отожмет сразу этот кошелечек. Очень приятный на ощупь кошелечек. Так, еще вот такая вот штука. Ее лучше показывать именно в деле. Я вам ее покажу в деле. Это... Сейчас достанем ближайший к себе нож. Вскроем. Это вот такая вот держалка для бит. И здесь именно специальная держалка для отвертки. Причем эта держалка для отвертки, она универсальная. Она держит, во-первых, отвертку саму по себе Audacious Concept. Плюс ансовскую, плюс там беркеровскую и кучу прочих. И вставляется все таким образом. И их на самом деле есть два вида. Вот таких вот держалочек. Очень прикольная штука. На самом деле, я вообще спросил, говорю, а вот, ну, по большому счету, нахрена, если... О, это у нас, оказывается, магнитик. Сейчас все намагнитим сразу же. Говорю, если у вас просто шикарнейший кейс выпускается под отвертку, именно тоже разработанный очень долго и очень кропотливо, зачем все эти подносы? И особенно, зачем, для чего все эти держалки. И здесь именно ответ был очень простой. Если у тебя, если ты действительно этим занимаешься всерьез, и у тебя постоянно какой-то вот идет там заточка фолдеров, не заточка, это разборка, обслуживание и так далее, так далее, то есть тебе нравится, то это именно стационарный вариант. Вот он на столе стоит, все по красоте. Причем я видел тот стол, там, знаете, такой именно... прекраснейший, где-то там тысяч, наверное, где-то не совру, на 7 евро тысяч, такой вот изящный бардак. То есть здесь там какие-то детали, ножи там 5-10, над всем вот этим вот возвышается вот эта вот отвертка и подносик. Так, и еще одна нашлепочка. No knife, no life. Что-то мне это напоминает, я смотрю, эта фраза расхожая. И это уже подача от Audacious Concept. Но я не буду доставать. Здесь все понятно. Надо будет обязательно куда-нибудь прилепить. Так. Про поднос рассказал. Дальше. Что же мне дальше? Вот я вам как раз показал. Это у нас мини-макс от DP Knives. Мастер Дмитрий Паршук, Красноярск. И прошу любить и жаловать дизайн нашего замечательного Салеха Султанзаде. Очень классный горфикс. С моей точки зрения не без замечаний, но я вам на обзоре все это расскажу. На самом деле нож очень клевый, но есть пару моментов, за которые я прям внутри себя Салеха ругнул. Обязательно я вам это все объясню. В общем, прикольный. Такой вот мини-макс. Есть еще, насколько я знаю, версия Бородин Эдишн. У нас есть один товарищ, Дмитрий Бородин. Есть один товарищ. У нас есть Дмитрий Бородин, который двинутый на щуках, на клиппойнтах. Есть версия этого ножа именно в клипе. Пром-пром-пом, хей. Так, дальше у нас из Ламнии приехал вот такой вот, такая вот классика. Кейсон Скатери. Вот, сразу видно, понимаете, в бумажечке в такой промасленной, без всяких там вот этих вот. Зацените лялю, парни. Просто где-то сейчас, а хотя нет, Антон Борисович не смотрит мой канал, он вечно занят, а то бы он, конечно, радостно бы всхлипнул, радостно бы вскрикнул. Вот такой вот прям действительно классический нож. Все это мы, как говорится, кстати говоря, у нас вот по таким ножам
в рубрике «Гостиная» есть просто куча тучная, с учетом того, что Антон Борисович Первый Цех, он является экспертом по всяким стокманам, классическим ножам, по всяким раритетным ножам. У нас есть несколько прям таких, я бы назвал это даже не видео, не обзоры, а лекции прямо, прямо лекции по поводу этих ножей. Поэтому прошу любить и жаловать. Погнали дальше. Вы думаете, все? Нет. Так, у нас Командор 2. Вот такой вот стилклон. В ту ли сторону я начал? Нет, не в ту. У меня привычка симметричной рукояти не в ту сторону начинать раскрывать. Сразу говорю, что почему именно два, потому что захотелось попробовать именно вот такие вот Бородин Эдишн спуски. То есть здесь есть чистый кинжалоид, у них всего три версии Командора. И вот именно здесь, конечно, толщина клинка просто пипецовая. Но обо всем об этом поговорим на... как говорится, на обзоре. Вот такая вот нашампуривать, как говорится, нашампуриватель складной. Так, это мне еще пригодится, это место. Сейчас, давайте так. Командор. И немножко, на мой взгляд, чуть-чуть посерьезнее. Это Рептилиан Магистр. Магистр у нас в 35-ке. Есть он также в D2. Почему посередине? Потому что реально вот разница вроде бы, ну, ясно, понятно, там конторы разные, а цех один, и все при всем, но, конечно, магистр у нас вот такой вот прям. Прям рыцарь печального образа. Очень классно именно с точки зрения, если вот кому нравятся кинжалоиды. Здесь опять же куча тучная различных вариантов раскрытия там через карман, там через какую-то поверхность. В общем, вот такой вот паряльник. Будь здоров, как. Так. Дальше. Я вам показываю. Ладно, хватит томить. Это у нас, на мой взгляд, лучший нож компании Cold Steel в 2021 году и один из лучших ножей компании Cold Steel всех времен, это троечка Holdout 3 в серейтерной версии. Просто вот перед тем, как писать, зачем тройка, если нужна четверка, посмотрите, как он в руке сидит у меня. Вот. Просто зацените. Почему я его считаю одним? Мало того, что я его считаю лучшим ножом 21 года компании Cold Steel и одним из лучших Cold Steel-овских ножей forever, я его считаю еще и, что он лучше, чем 4-дюймовая версия. Ну, про 6-дюймовую версию я не говорю, там, конечно, просто такой штык маньяка. То есть трешка — это просто огонь, это реально прям бог. Вот это вот то, что я говорил, прям, ну согласитесь, реально классная распаковка получилась. Так, и с Ламни приехал вот такой вот, не побоюсь этого слова, красавчик. Называйте меня, друзья зовут меня Живопыра, или как там был Джигарханян. Скажите, уважаемый Живопыра. Это у нас Альфа-1, Бастинелли, просто квинтэссенция скрытой угрозы. Офигительный нож, просто потрясный. Вот такие вот вы... Причем, опять же, история повторяется. То, что я вам сейчас показал, у меня еще несколько посылок, просто сейчас в пути, на растаможке. Оу, какая оплошность. Давайте-ка мы здесь сейчас... вскроем. А Альфа-то у нас прям рез такой, как сексуально все получилось. Зацените, парни, какую ляльку прислала нам Ламни. Нет вариантов, чтобы сейчас он... Это вот помните, как Хьюстон, у нас проблемы, то же самое. Заезжаем. Заносите. Во.
вот так вот запахло деревом сразу. Это у нас American Hickory. Очень тонкая рукоять. Топор просто бомба. Волгала. Ох. Ну чё. Я не знаю, как вам, а я прям весь в полнейшей ажиотации. Здесь у нас прям действительно есть на что посмотреть, есть куда фантазии, как говорится, разгуляться. Супер-супер топор. Даже вот так сниму. Вот. Вот такие дела, ребята. Вот такие у нас будут скоро обзоры. Скоро ножи на обзорах. Все. Всего доброго. Пока.